2 часа в Чикаго. У каждого может быть свой перечень критериев, согласно которым Чикаго будет являться городом номер один для жизни или просто визита. То, как вы проводите время в городе ветров, также зависит от погоды, времени года и места вашего проживания. Вы можете посетить музей современного искусства или художественный институт Чикаго. Вы можете полюбоваться видом на Skydeck Чикаго, осмотреть кампус музея на берегу озера или прогуляться по Чикагскому культурному центру. Сегодня прекрасный солнечный день. Мы, моя семья и я, решили, что сегодняшний день идеально подходит для прогулки по Lakeshore Drive. Самые популярные улицы Чикаго включают знаменитые рестораны, магазины и ночные клубы. Некоторые из них нельзя пропустить, такие как Мичиган-авеню и Великолепная миля. Но есть также живописные шоссе, шумные бульвары и исторические магистрали с очарованием старого мира, которые делают Чикаго исторически богатым и культурно разнообразным местом. Прогуливаясь по улицам Чикаго, вы обнаружите парки, музеи и сохранившиеся здания викторианской эпохи. Уолдорф Астория. Погода была прекрасная. Мы гуляли по городу и остановились в кофейне Уолдорф Астория. Уолдорф Астория Чикаго – действительно особенное место. Вы, вероятно, будете впечатлены с того момента, когда въедете в живописный двор. Вестибюль небольшой, но элегантный и стильный. Кофейня рядом предлагает большой выбор кофе и сэндвичей. Какой едой известен Чикаго? В то время, как Чикаго славится тоннами вкусной еды, здесь есть несколько знаковых продуктов питания, которые должны быть в списке обязательных для каждого посетителя Чикаго. Глубокая пицца,
Нельзя говорить о культовой чикагской кухне, не упомянув пиццу во фритюре, чикагское барбекю, радужный конус, итальянский сэндвич с говядиной. Но мы пошли в ресторан средиземноморской и персидской кухни, ресторан Резы. Он был основан в 1983 году в Чикаго. Адрес: Кларк-стрит, Чикаго, Иллинойс. Здесь очень вкусно готовят блюда персидской и средиземноморской кухни. Каждое блюдо великолепно, имеет особый вкус и хорошо представлен, особенно кебаб с рисом и укропом. Мы запили нашу еду вкусной сангрией, настоянной на фруктах. Это был действительно отличный день, но хорошее можно найти и в повседневности. Простые вещи тоже делают нас счастливее. Например, наличие своего времени, времени для себя. Например, люди, говорящие спасибо. Например, ощущение солнца на лице, смех. Улыбайтесь любимым по утрам, охраннику в торговом центре и бариста в кафе. Ведь все это так просто. Вот увидите, насколько солнечней станет ваш день.